Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды мы с тобой забираем. Отправляемся в магазин, берем бесплатно пак. Так, что у нас тут выпадет? Бибоп. Собственной персоны. Так, задание. Забираем здесь награды. Дальше, ну, быстренько пробежимся. Опять же, серия испытаний у нас. Просто ее навязывают проходить. Нет, можно, конечно, ее и не трогать. Так, не понял. Погоди-ка. А, тьфу ты. Я думаю, что это за 4 доллара? А 4 доллара это для того, чтобы восстановить ему здоровье. Я думал, за 4 доллара я его, ну, как бы, типа, сделал откат. Надо же такое, а? Привидится, приснится же. Так, ладно, Ванюш, ты это, хорош там борзеть. Че, начнем, наверное? Раз. И все. Только раз. А вот от Шредера получай 2. В плане мы его не ушатали. Ну, Ванюша, а? Как компьютер за него играет, он силен. Как только начинаю за него играть, я все, он ватник. Ватничек, понимаешь? Поехали. Так, даже учил... А, нет, добил. Молодец, красавчик. Так, Рокзара здесь надо выпотрошить. Ну-ка, получится? Замечательно. И нейтрализатор. Давай тройным укусиком его сразу же, да? Хотя он, наверное, выживет. Да куда там выживет он, ага. Против Армагона попробую еще выжить. Так, ну что. Вот, кстати, друзья мои, видите? Те чувачки, которые были как людишки, да? Вот у него сейчас видно даже, что пол лица как у робота. То есть, соответственно, это не человек, а дрон. Так, ну ладно. Одну такую вот испыталочку мы с тобой прошли. Забираем награду. И продолжаем искать на карайку. На карайку нужны нам элементы. Это будем делать через бои. Так, где у нас карай? Вот она. Навыки. Значит так, пассивка. Нам нужно найти сейчас две шляпы с напитками. Ну, естественно, тыква. Опять тыква. Ну и, наконец-то, дали шляпу. Сколько нам нужно там было? Две, да? Подожди-ка. Две. Четыре пленки с катушкой. Поехали. Раш, раз, точнее, раш. Раш, дваш, триш. Ну где? Хорош. Так, катушечка выпала. По-моему, нам надо еще там, да? Еще две. И, пожалуйста, последний дайте мне. Мутаген. Вот, замечательно. И там нам нужно будет найти с тобой 10 знаков. Но это уже в следующей серии будет. Потому что мы с тобой выполнили задание. Забираем здесь награды. Поднять уровень персонажа. Так, а у нас мутагена сколько? Нам хватит, чтобы прокачать. Ну что, я, друзья мои, наверное, буду прокачивать. Мы Ваньку до 90 уровня подняли. Теперь давай, наверное, будем прокачивать Бакстера Стокмана. До соточки. До соточки, ребята, я хочу его прокачать. Я думаю, никто не будет против. Так, замечательно. Тут у нас что по предметам? Давай посмотрим. Угу, все глухо. Не хватает. А здесь у нас 580, а нужно нам 710. Ну, соответственно, тоже не хватает. Так, друзья мои, сегодня что у нас? Это все пока в откатах. Девичью силу мы прошли. Классическая бойня у нас тоже пройдена. Естественно, мы попробуем здесь. А вообще-то чему будем? Давайте сейчас вот рискнем. Риск, ага. Балалайку тебе, а второй раз балалайку. Балалайку на весь рот, сказали они. Вот, вот, вот это уже по-нашему, ребята. Это уже одобрямс. Два кренга я все-таки урвал втихушечку. Ну что, попробуем теперь здесь. Так, золотые осколки. Кукла Дарума, вы издеваетесь сейчас надо мной, да? Вы издеваетесь. Ну зачем мне Лапекс? Ну зачем она мне нужна? Да камень Талика, все, походу, дел. Да, ребят, я прям вот весь сыр потратил до копеечки. Но самое главное, два кренга я урвал. Так, ну что, ребят, завтра на работу. Так что сегодня мне нужно сделать, ну, во-первых, попасть в Лигу Мастеров, топовое место. Так что погнали. Что у нас тут? Айсулу. Айсулу, ну давай с Айсулу начнем. Что нам, как говорится, терять?
Так, тут 78-й, поэтому... Нет, Рафаэль, ты подождешь пока маленечко в сторонке. Давай возьмем Усаги. Усаги, Армагон, все прекрасно знают. Уже запомнили наизусть спустя, извини меня, столько раз, сколько мы играем. Поехали. А можно было бы даже и не так, хотя нет, надо так делать. А то можно опять сфылиться. Я не хочу, как в прошлой серии, делать одни и те же ошибки. Давай-ка будем учиться все-таки на ошибках своих. И главное, чтобы мысли были сконцентрированы на игре, а не то, что я там что-то думаю, обдумываю, и сам того не замечаю, набираю какой-то хлам, а потом проигрываю. Но баран кивнул, я не попал. Я не попал туда, куда я захотел. Ну и фиг с вами. Давай вот Андрюху возьмем. Я думаю, что он нам поможет здесь, в нашем бравом деле. Как ты видишь, Армагон вместе с Леонардо — это тоже жгучая смесь, против которой просто никто не сможет устоять. Естественно, первым будет... А, Армагон. Армагон здесь будет первым. А потом уже Леонардо. Хопочки. Сразу минус один делает. И добиваем всех. Нужно занять сегодня первое место. Потому что там начнутся утренние смены. Как всегда, допоздна. Спать, опять на работу, опять. И выходной у меня только будет когда? Да там вот выходной-то коротенький. Так что, ребята, сегодня вот надо как-то пробиваться. Так, 14 откатов у меня есть. В принципе, этого хватит. Я думаю, что нам хватит для того, чтобы попасть на первое место. Единственная проблема... Кто-то мне, кстати, писал в комментариях, да, что играл на взломке, я так понимаю, да? И там, говорит, был крысиный король сотого уровня. И он, говорит, рвал того человечка просто... Мама, не горюй. Возможно, ребят, я не спорю. Я не могу судить, потому что крысиный король пока в данный момент у меня 50 уровня. Естественно, от него толку никакого. И даже не в уровне сила. Сила здесь, на самом деле, именно в скиллах. Если у тебя прокачаны скиллы, то, соответственно, ты будешь и вжаривать противнику по полной программе. А если у тебя там, например, сотый уровень, а скиллы первого уровня, ты, извини, ты ничего там не добьешься. Тебя как рвали, так и будут рвать. Понимаешь? Вот так-то. Вот здесь, кстати, я рискую. Знаешь почему? Я взял Бакстера Стокмана, а мы прекрасно все знаем, какая у него инициатива. Армагон, конечно, сходит первым здесь, я не спорю. Но Бакстер чуть ли не последний будет ходить. Смотри. А? Ну ладно, этот хиляется. Блин, это тоже не есть хорошо. Дальше. О, кто-то упадет сейчас. Да? Упадет же кто-то. Тут вариант. Либо-либо. Давай тогда сделаем так. Если я хильнусь, это спасет нас как-то? Постепенный урон на Доне. О, ну они, ребята, включают массовые атаки. Минус Раф, как ты видишь. Да. Тут лопухнулся я. Но, друзья мои, в принципе, я думал, я догадывался, что такое произойдет. Недоразумение. Что Бакстер Стокман нас подведет именно по своей инициативе. Но я просто не хотел тратить лишний откат. Их так мало, 12 штук. А нам нужно, извини меня, сколько боев тут провести еще. 69-й ранг, это получается... Ну, 7 боев надо где-то. 7 умножая на 2, 14 откатов должно быть. Должно быть. Но мы можем с тобой немножко схитрить. Вот в данной ситуации, например, сделать вот так вот. И здесь, извините меня, всех порвем. Потому что здесь сходит первым зэк. Он бросит свою бомбочку. Кого-нибудь да замедлит, как ни крути. Потом Армагоша кинет свой валун. Может быть, даже не добьет всех, но половину точно уронит. Вот, о чем я тебе и говорил. Здесь дальше мы делаем проникающий вот сюда на Рафаэля, оригинала. И Доника, ну, давай с гранатомета. Пумс. Вот и все, друзья мои. Донателло фильм, как говорится, отдыхает. В луже. В луже собственной крови. Да. Жестоко я высказался, да? Ладно. А в луже собственного кофе, который он все время там варганит. Ай, ладно, Алексей, Алешенька, сынок, ну давай, давай. Попробуем, тезка мой, кстати, да?
Здесь опять же 79. Ну давай, не будем рисковать, фиг с ним. Возьму я сюда супер шредера, и чтобы отыграть нам вот этих вот ребят 70 уровня. Даже если вдруг каким-то макаром кто-то выживет, уронить они всех здесь не смогут. Ну, Кармагон, давай. Ой, Армагон, супер шредер. Хорошо. И Армагоши остается только добить. Что у меня за это? Коверкаю слова, я, ребят. Как будто мочалку жевал целый день. Что-то бубню не в попад. Буквы путаю. ШБ и так далее. Ладно. Отвлекаемся мы с тобой. Так, 44 позиция. Ну, получается, где-то 5 боев еще нужно. 5 боев. В принципе, ребята, укладываемся. Укладываемся, но вот тютелька в тютельку, если честно. Прям вот ничего лишнего здесь у нас с тобой быть не может. Зачем мне два провокатора здесь? Не надо. Хочу посмотреть вот здесь вот, как ситуация пойдет. Армагон ходит первым, да, у нас? Первым. Муху, главное, шлепни. Он шлепнул Рафаэля. Вот, ты видишь? Вот почему я и сказал, чтобы он муху шлепнул. Ладно, наш Рафик встает в провокацию. Леонардо делает очищение. Зря ты так делаешь, Бибоп. Зря. Мы можем с тобой, давай, наверное, сделаем баф. Бафнулись, теперь сюрикены. Так, а муха все-таки живет. Ну-ка, если так сделаем. Окей. Так, тебе крышка, Донни. И Леонардо. Ну, давай вот так укусиком его с легонцушки просто прикусим, да, маленько. За пяточку. За пяточку. Ладно, в общем, Мармагон здесь справился. Так, ну что, ребят, какая? 32-я? Даже 30-я. Даже 30-я позиция. Но я могу тебе сказать следующее, что, скорее всего, мы с тобой сейчас вот еще, сколько там, боя 3, наверное, нам нужно с тобой сделать, и будет у нас все чики-чики. Раз, два, три. Взял полтинники на свой страх и риск. Ну, я, ребят, в принципе, не переживаю. Сейчас супер шредер звезданет, следом Армагон. Ну, две мощные атаки. Хотя, ты помнишь, да? Бывали такие случаи, что персонажи вражеские выживали после даже самых мощных двух атак от разных персонажей. Поэтому, как бы, можно в любой момент потерять вот одного из трех наших вот этих слабых бойцов. Ну, так вот получается, я не знаю, с чем это связано. Так, давай 20-ю позицию мне. Ух ты, даже 17-я. Ну, спасибо большое. Я только за. Ромарио. Собственные персоны. Слушай, а мы даже по откатам с тобой полностью укладываемся, прикинь? Ну, так это же найс. Фу. Там у нас, сколько? От силы 2 боя еще нужно. После этого боя мы, наверное, где-то на 5-ю позицию с тобой переместимся. Мы же с тобой уже в Лиге Мастеров 3 звезды. Ведь так? Что-то как-то больно легко мы тут идем, если честно. Ну, не считая первого боя, какой-то второй, где я свалился. Ну, а, второй, да, я взял Бакстер Стокмана. И когда взял, я уже понял, что сделал большую ошибку. Потому что Бакстер Стокман, так же, как и Джастин, со своей инициативой никуда не гош. Ладно, Владислав, давай, делай мне пропускной билет, как говорится, в топ. В топовое место. Слушай, а у нас получается с тобой все, ребята, это мини-серия, да? Такая мини-серия, подготовочка к понедельнику. Потому что больше, наверное, пока у нас не будет выходить серии, я имею в виду на этой неделе. Хотя, может быть, будет. Но я, наверное, за кадром все-таки пройду. То есть мне нужно держать... А, как не будет-то? Ё-моё, у нас же еще технодром. О чем я говорю-то? Ё-моё, технодром будем обязательно проходить. Конечно, все будет пучком. Да и к тому же еще надо будет платиновые испытания проходить для, естественно, осколков. Для нужных нам элементов. И вот у нас первое место. А рулетка так крутится, как будто там, я не знаю... Фиг знает, откуда мы с тобой поднимаемся. С каких глубин. Ну и что вот ты мне прикажешь теперь делать? Я... Ну, смятение из другого измерения, я сейчас не хочу играть. Тут у нас с тобой сыра нету. Тут у нас первый ранг. А, кстати, насчет магазина, погоди-ка. Предметы. 630. Блин, нам нужно 710. Нам чуть-чуть не хватает. Кто-то говорил, купи в магазине сыр. Рэй, купи, говорит, в магазине сыр.
и будет тебе счастье. Ну, давай посмотрим, во-первых, сколько этот сыр, блин, стоит в магазине. Так, это, наверное, идет как энергия. Нет? Я вижу тут пиццу, я вижу телепорты. А, вот сыр. 100 штук за 500 долларов. Треугольник мороженого сыра называется. Фиг с ним. Разок можно себе позволить, да, ребята? И продолжаем. Продолжаем тащить. Дай-ка я... Блин, тут мы кренга с тобой достали. Может быть, нам попробовать вот здесь вот? Давай попробуем. Маяк. Ну, конечно же, маяк. Ну, конечно же, комикс-чувак. Ну, 2 доллара, блин. Вот. Бибоп, классика. В кармане, ребята. 20 жетонов. 20 жетонов. 20 жетонов. Да ты издеваешься. Да хорош, блин. Да, вы серьезно, блин? Вы сейчас серьезно? Вы что, стебетесь надо мной, что ли? Я не пойму. Ну вот, наконец-то. Трындец, ребят. Это просто издевательство сейчас было какое-то. Самое натуральное было издевательство. Здесь, конечно, можно попробовать рискнуть. Вот здесь вот больше шансов, да? Ну-ка, давай. Попробуем. Еще 25 жетонов. 2 доллара. Ну, конечно же, Донателло. Ребят, ну, конечно же, да. Вот, вот кто мне нужен был. Давай бибопчик, пожалуйста. Ну, ну, бибопчик, ну, дай мне бибоп, а, ну. Да какие, ну, вот. Сколько еще? Еще. Еще немножко, ребят. Еще пару попыточек. Ноутбук Дони. И все. И все, друзья мои. Вот они жучары, вот они жадные, а, вот, да я прям не могу, да ДНКшек, они такие жадные, эта игра просто вот тебе говорит, а вот фиг ты получишь, ты хоть, ты чё делай, не видать тебе никаких ДНК. Блин, меня это злит, меня это очень злит, и подстегивает в то же время, понимаешь? Но зато есть один большой плюс, ребята, сейчас мы с вами, что мы с вами сделаем? Мы сейчас с вами возьмем... И приобретем, да ведь? Да, приобретем последние две ДНКшки на слэша. А это говорит о том, что мы, наверное, сможем его еще и, да, перевести на четвертую золотую звезду. Ать. Красавчик, ух ты. Людишки, ё-моё. Людишки. Друзья мои, мы получили колючий задор. А слэш подбадривает союзника своим энтузиазмом. В начале хода с вероятностью 15% он снимает ослабление защиты союзников. Ослабление защиты союзника. То есть он с нашей команды может снять ослабление. Ослабление, я насколько могу понимать, это понижение брони, скорее всего, ребят. Слушай, ну смотрится он, конечно, шикарно. Оп-хоп-хоп-хоп. Размялся усавчик, да? Но тут он, конечно, выглядит элитно. Такой, блин, черепаха. Это же черепаха, насколько я помню, да? Мутированные. Да, Рокзар пес, а это черепаха. Слэш. Причем Слэш и Тока — это разные у нас бойцы, потому что Тока, он тоже же как черепаха. Хотя мы с тобой вот когда играем в Ниндзя Черепашки Безумные Мутанты, да, там слэш у нас это типа черепашка-ниндзя, мутированная, как бы, и причем при этом еще злая. Нет, наверное, все-таки Тока и слэш это разные, хотя похож, похож он на этого, на Току. Да, ребят, ну, главное все-таки, что мы получили, да. Остается теперь 30 лет копить на то, чтобы перевести его в платиновый ранг. Ну, не в платиновый даже, а на пятую золотую звезду. Вот что я хочу сказать. Ну, вот как-то такая, ребят, получилась короткая серия. Было бы, конечно, что-нибудь еще. Нет, ну, можно пойти было бы, конечно, вот сюда, в смятение с другого измерения. Но тут очень, ребята, очень много проходить. Это очень долго. Мы обычно с тобой начинаем проходить, когда у нас хотя бы первый круг пройден полностью, да, вот этот вот. Второй круг я еще как бы могу осилить, но потому что я уже его раз... Сколько я его за всю игру раз проходил? Я не знаю, это несчетное количество. Поэтому потерпим.
переживем. Блин, вспомни первую серию. Я вообще думал, что это пройти все было невозможно. Посмотри, там первую серию. Я даже боялся сюда заходить лишний раз, потому что я просто не вдуплял, как тут вообще что можно сделать. А теперь проходим, шутя с тобой, это все. Ладно, ребятушки, короткая и короткая, что ж поделаешь. На этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.